Ребята, всем привет! Вы на канале Вэл, и сегодня мы будем играть в игру Побег Торт. Смотрите, мы начинаем игру. Так интересная игра вообще. Вот я вот сейчас вот, пока я еще не начала это снимать, я посмотрел всю эту территорию, и сейчас я вам кое-что хочу показать. Где она? Вот видите? Там стоит огромный зомби. Вообще улет. Так круто, да? И мне такое чувство, то, что я там какую-то лесенку маленькую увидел, и у меня такое чувство, мы будем по нему залазить, ребята. Мы будем залазить по-большому. Зомби. Вы представляете? Большому зомби. Ну, вот такое страшное. Хорошо, что он не живой. Он бы тогда скинул себя. Нет, господи. Ребят, простите меня за то, что сейчас получилось. Я не хотела. Это у меня бывает такое. Я тогда не сосредоточился. В тех выпусках я говорила, лучше сосредоточиться. Ну вот, сейчас я не сосредоточился. И в тех выпусках я говорила то, что я не сосредоточился. В общем, простите меня то, что я такой. Так, такие шоколадинки как будто. Ладно, пройдемте. Шоколадинки с быстрой скоростью. Нет, не туда, кажется. Ну, простите. Это я, кажется... О, все, понятно. Опа-на, как я догадался. А, такое иногда бывает в игре, да? Ну, конечно, бывает. Мальчик, мы тебя тут догоняем. Реально догоняем этого пацанчика. Давай, побыстрее. Как он это сделал? Мы даже это не можем сделать. Нереально, это ему даже не страшно? Не, мне бы страшно, потому что это реально очень страшно. Он сейчас, наверное, за нами пойдет. Ну, конечно. За нами пошел. Все, дальше сам думай. А тебе дальше не буду помогать. Чё, правда? Чё за... Блин, как? Он так быстро проверил. Я же мог его быстренько обойти. Хотя бы на одном туре. Нет, кажется, сейчас не везет. Ну давай. О, господи, не получается его догнать. Ребята, я хочу быть на самом первом, при первом в этом списке, но у меня не получается. Я должен его обойти. О, нет, он обошел нас. И нет, у нас уже... Да, чё это? Глюк какой-то? Нет, это не глюк. Я просто не прыгал. И несколько раз подряд это просто было. Так бум-бум-бум. Давай, мне нужно это пройти. Это несчастненькое задание. О, я нашел способ прохождения этого задания. Смотрите, я так быстренько его прохожу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все, я его прошел. Такое сложненько. Как? Что, надо было продолжать прыгать? Нет. Привет, девочка. Такая красивая. Ну, это эльф, наверное. Ну, бывают же игры с эльфами, наверное. Это я так только предполагаю. Я-то не думаю, что они тут есть. Я почти все тут игры знаю. Но не знаешь,
Большой бомбон. Оба. Простите, я не закончил говорить. Ой, какая пицца. Я как раз сейчас голоден. И еще. Гос. И еще. Раньше некоторые на свои праздники приносили конфетки. Я узнал один способ новый. Приносите вместо конфет на праздники пиццу с коктейлями. Не, ну реально, я говорю, приносите пиццу с коктейлями. Это будет сладко, вкусно, пицца же, она ж такая вкусняшная. Я просто пальчики оближу. Там как раз Спанч Боб, приготовь мне поесть. Я сильно голоден. Ой. Это что такое, лазеры? Опа, на какие интересные. Нет. Я чуть не попал в лазеры, ребята. И я сейчас попал в лазеры. Что такое? Даже на эти нельзя прыгать. Как можно даже проползти нельзя? Да что такое? Так. Ну, вроде пока все нормально. Это последний лазер. Все. Тут мы прошли или как? Я просто тут... Не знаю, так вот... Было очень страшно. Вот. Лазер, лазер. О, смотрите, мы же это проходили. Да, точно, помните? Эту вот эти шарики этим способом никак. Вот так вот, наверное. Немножко вниз. И вот так вот. Немножко вниз и вот так вот. И все. Ох, я чуть не упал туда. Ну, когда мы уже будем рядышком? Надеюсь на то, что вообще будем. Что это за человечки такие? Напишите в комментариях, что это за человечки. Ну и этот дяденька. Я их вообще не знаю. Первый раз вижу такие человечки. Ну, я знаю вот эти вот человечки. Вот эту рыбку я знаю. Вот это я знаю. И Патрика я там где-то... Вот Патрика я тоже знаю. Вот эту пиццу я не знаю, этого дяденьку я не знаю. Вот этих двух человечков я не знаю. Ну, зомби-то я, конечно, знаю. А мне еще сколько проходить? Нет, да реально, я сколько мне еще проходить? Просто миллионы их надо мне тут пройти. Ну, ладно, это задание с ним покончено. Ух ты. Вот этот с радужными ленточками. Ну, привет. Че, радуешься жизни? Так-то и радуюсь, тут вообще-то много чего бывало. Ну вот, это мы прошли. Ну, это вообще какое-то задание. Без смысла. Ну, привет, зомби. Вот в этой игре мне больше всего нравится зомби. Он тут как будто интересный персонаж. Такой крутой. Ой. Простите. Упал немного. Не туда просто подскочил. О, привет. Вот это мне вот не совсем... Ну, прям под фразу испортило. Вот эти кубики мне не совсем нравятся, потому что их почти может пропрыгнуть каждый, если он, конечно, не дурак. Вот эти кубики каждый может пропрыгнуть. Ну, то есть треугольнички. Иногда ошибаюсь в словах. Такое бывает у людей. А кто у нас первый в списке? О, ребята, я третий в списке. Представляете, я третий в списке. Я почти всех обошел. Понимаете, вот это. Дальше меня два человечка. Так, Ира, на третьем месте. О, вот эти люди. Все, вот, ребята, гордитесь мной. Я на третьем месте. Ваш... любимый блогер на третьем месте.
месте. Я просто вот так вот посмотрел. Я там на третьем месте. Я там сам не заметил. Потому что бывает такое, то, что ты никогда этого не замечаешь. И вот раз, два и заметил на прохождении. И эту кнопочку я могу запрыгнуть с закрытыми глазами. Сейчас увидите. Во, видите? Я ее просто с закрытыми глазами на эту штучку наступила и все. С закрытыми глазами. Вот вы так можете. Ну, хотя каждый может. Ну давай, на удачу. Че, нет? Ну тогда на удачу. Желтый. Сейчас, наверное, красный. Нет, желтый. Да, желтый. И сейчас красный. Опять желтый. Ну, теперь надо будет знать, что надо вечно тут желтый. Ох, немного сложновато. Так, сколько мы прошли? Нормально прошли. Мне до того губки Бобы, я уже прямо около зомби. Не, ну так интересно придумали создатели этой игры. Роблокса. Все игры продумали тут. Каждая мелочь, каждый кусочек. Все здесь придумано. Ну, правда, некоторые нет. Некоторые тут даже по-настоящему, наверное, есть. А тут даже почти ничего не настоящего нету. Но если только вот красные яблочки и сверху их... ну, такие штуковины, палочки желтые. Ну, если это, и желтые яблочки. Бывают желтые яблоки. Пишите в комментариях, бывают желтые яблоки. Я просто давно уже не было весны. Вот скоро будет весна, так что радуйтесь, ребята, скоро весна. Да ладно. Опа, опа, опа. Опа, я чуть туда не упал. Кажется, мне надо быть поаккуратнее. Ребята, вы представляете, вот мы вот там вот обошли весь этот круг, и вот мы дошли до сюда. Я думаю, мы до сюда никогда не дойдем. Хотя нет, мы проходим так медленно, но проходим. Run. Two. Three. Four. Ребята, знаете что? У меня для вас есть кое-что интересное. Любители GTA. Позвольте вам кое-что сказать. Когда я искал некоторые игры, чтобы вам их показать, как я сейчас показываю вам побег торт. Правда, какой там торт? Я вам его показываю. Вот. Любители GTA. В Роблоксе неожиданно оказалось GTA. В Роблоксе появляются новые игры. Раньше я, например, не знал, что есть в Роблоксе GTA. Ну вот. Ну, давайте лучше вернемся к этой игре. Ребята, смотрите, парень из Роблокса. Вот, если вы играете в Роблокс, и у вас есть такой человечек, если у вас такой вот, знаете, эти человечки у вас самые крутые, потому что этот человечек знаменит в этой игре. Представляете, вот у вас такой человечек. Заходите вы в эту игру, доходите вот до этого, ну, докуда я дошел. И видите, ваш человечек на афише. Просто судьба какая-то. Ну, если только у вас он есть. У меня такого нету, я не могу гордиться. Но половина мира. В общем, половина, кого в эту игру играет, есть такие же человечки, как у меня. Только я не понимаю, зачем у него муцик. Могли бы зомбика нарисовать, как у некоторых, наверное, нарисовано. Не, могли бы что-нибудь круче нарисовать. А то моцик, моцик. Вообще, такой красавчик я. Прямо я моцик. Ну, вот так. Ну, сколько нам еще до зомби-то? О, ребята, мне надо поспешить. Нам еще немножко, и мы до зомбика дойдем. Но после зомбика... Мы
будем прощаться, но пока я с вами, можем не прощаться. И у меня еще один вопрос. Почему, когда ты, ну, проваливаешь один уровень, ну, вот такие штучки, ты вот квадратный появляешься? Вот как я сейчас появился, опять квадратный. Это мой вопрос. Номер, ну, какой там номер? Напишите в комментариях, какой номер. И простите, что я вас заставляю писать в комментариях. Просто у меня бывает столько, сколько... Ну, то, что я иногда не совсем-то помню. Хотя у меня память хорошая. Я знаю Лукоморье или что там еще. В общем, у меня иногда бывает то, что я с первого раза все запоминаю. Вот, например, мы с бабушкой очень долго учили. Ну вот, запомнила быстренько. Ну ладно, давайте вернемся к нашей игре. А то я про все другое болтаю. Вам, наверное, интересно. Вы, наверное, просто не захотите меня смотреть. Ну вот. Ребята, нам еще немножко. Смотрите, зомбик уже прямо там слюнями истекает. Вообще уже. Все, это вторая лестница. А где первая лестница? Должна быть первая лестница. А, ладно. Залезаем, короче, на вторую лестницу. Уже второй раз по ней лезу. Она другая. И я теперь начинаю искать другую лестницу. А, вот она, это мы на второй этаж забрались. По этой лесенке. Тут-тут-тут-тут. И все. Вот вы все знаете. Вы это видели своими глазами. Жалко, что он такой медленный. Был бы быстрее, я бы быстренько вот эту преодолел эту, которую я полчаса обычно копаюсь с ней. Раньше я вот игру играл, я с ней полчаса копался. С этими яблоками. Но сейчас у меня вообще мало времени понадобилось. И смотрите, что я. Опа! Зомби прямо перед вами. И мы на втором месте! Мы на втором месте в списке, представляете, ребята? Вот мы на втором месте. Посмотрите в этот вот список. Мы во втором месте. Так что можете своим этим... В общем, мной гордиться. Я на втором месте. Вы хотите гордитесь другими блогерами, которые вам нравятся. Но если вам, если только я вам нравлюсь, ну тогда можете мне тоже гордиться. Потому что бывают такие блогеры, которые очень хорошо выступают, а другие очень плохо, но кто-то любит те, кто плохо выступает. Вот. Иногда вот так и бывает. О, я сейчас попробую сделать мой коронный. Если у меня получился мой коронный. А вот это не получилось. Ладно, давайте попробуем разогнаться побыстрее. Опа! Опа! Хотя я знаю, он вообще не получился бы. Сначала Патрик. Губка Боб. Нет. А, надо, наверное, Патрик. Губка Боб. И Губка Боб. И Патрик. Да. Мы прямо стоим перед этим большим зомби. Все, зомби, не бойся, скоро тебе придет твой начальник. Ребята, все, мы прям под зомби стоим. Готовы, я готов. Все, мы на зомби залезаем. Эх, как жалко, что мы скоро будем прощаться, потому что это последнее задание. Залезть на зомби, и мы будем кончать. Это жалко, конечно. Я бы хотел продолжать в эту игру очень много. Если бы она была бесконечной, я бы просто продолжала и продолжала. И смотрите, нас встречает котенок, который летает на радуге. И он как-то похож на какую-то печеньку. Эх, ребята, ребята, все, мы дошли до конца. И, наверное, нам с вами... Ой, то есть пока-пока, ребята. Встретимся в новом выпуске. Я рад, что я снял это видео. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, кому было интересно. С вами был Лев.